Всем здорова, танкеры! Сегодня, в общем, открываю дальше розыгрыш бомбический, пока он существует. И в этом видео я выбью 500 тысяч свободного опыта. Правда ли гласит обложка видео или нет, вы узнаете сами. Я желаю вам приятного просмотра, лучшего денька и лучшего настроения. И, кстати, лучшей недели, потому что у нас клановый ивент на евросервере. И лучших выпадений вам, короче, в контейнерах. Так, ну что ж, ребят, пожалуйста, пишите комментарии, что вам выпадало в последнее время. И, кстати, розыгрыш крушитель просто бомбочка. Сегодня я уже делал видосик по нем, но завтра ждите еще. Я знаете, что сделаю? Я специально разработаю лайфхак, который позволит мне на каждом аккаунте выбивать крушителя или контейнер «Плохая компания», что позволит мне просто делать лютейший контент. И вам это понравится. Так что просто ожидайте, пожалуйста. Ставьте колокольчик на все уведомления, чтобы не пропустить видосик, друзья. Не пропустить. И я надеюсь, что вы так и сделаете. Ладно, друзья. 500 тысяч свободки! Да ладно, я реально выбил их. Мамочки мои! Это же 500 000! Можно вкачать полную, целую ветку любую. Ай-яй-яй-яй-яй. Или оставить на Новый год, что я и сделаю. Да, друзья, это будет просто... Чё? 3000 золота? Чё за везение, мамочки мои? Короче, друзья, досмотрите ролик до конца, потому что я в конце видео, как обычно, загадаю танчик, который вам понравится, и вы обязательно его захотите отгадать. Ну, а потом напишите комментарий, и я вам напишу в ответ, отгадали ли вы правильно или нет. И, в общем, друзья, прикиньте, у меня такая идея пришла. Смотрите ролик до конца, вам понравится. Здесь самое лучшее выпадение просто. Т-55, чё за коллекционка девятка? Вот и собери их все. Имба полнейшая. Ладно, черные ящики. А ну-ка. Давай. К сожалению, не фартануло. И у меня просто много эмоций, я выбил много крушителей, я выбил много всего, и это просто что-то с чем-то. Друзья, этот розыгрыш, этот момент я записал до того, как появился крушитель, так что не обессудьте, все четненько, все как надо. А мы дальше... едем дальше. Кстати, я думал, когда же вам показать, что же было, когда я получил 750 золота на каждый аккаунт? Вот сейчас вы это и увидите. Поехали сливать на розыгрыш. Розыгрыш бомбический. Потому что он еще появляется на каждом аккаунте, друзья. Мегакантосы. Неплохо, неплохо. Как думаете, что выпадет? Погнали проверим. Так, с анимацией выпадает. У нас. Ого, наград сколько. Неплохо, неплохо. Я думал, уже танчик выпадет. Так, скипанули. Ладно, на тебе. К сожалению, не выпал черный ящик второго уровня, но есть еще золото на прокрутый бомбическом розыгрыше. Да, под самый конец огромный сюрприз. Как же нам везет постоянно, что же это за везение? Ребят, просто объект 907, это жесть. 5000 галды, конечно, ребят, погнали дальше. Ой, жестко. Столько актуальных тем навалило, что я просто люблю делать по ним контент, чтобы ваше настроение блистало сегодня, и завтра, и третьего дня. Фух, ладно, друзья. В общем, желаю вам счастья, здоровья и мирного неба над головой. Где бы вы ни находились, надеюсь, ребят, все будет хорошо. Желаю, вот, да благословит вас всех Бог, чтобы у вас все было хорошо. Вот, этого я очень желаю. Так что, друзья, знайте, что на меня стоит подписаться, если вы еще не подписаны, потому что я стараюсь абсолютно на каждой теме показать всю правду, как оно есть на самом деле, и как сделать так, чтобы выпадало лучшее, и как правильно это делать. Как и взрывать по укладке правильно, нужным танком. И, в общем, канал, короче, по разным темам, и вам очень понравится. По Вот Блиц, Тенкс Блиц, и иногда даже по мир танков, и по большим танкам Вот Блиц. Не Вот Блиц, а просто Вот, World of Tanks. А у нас потихонечку голда накапливается, и мы не знаем, когда она у нас закончится, да? Так что проверим. Ах. Так, да вы издеваетесь. Вот, конечно, не фартануло. Ну, ладно, ребятки, для баланса вселенной такое должно происходить. Так, 28 тысяч свободки. Ну все, собери все, уже дал знать, что он может выдать. Ну и, конечно же, Титан Тереотер, друзья. Очень, всего лишь на 2 дня его дали нам, но я на этом аккаунте успел его запечатлеть, так что... вот так вот. А теперь 1000 золота, ребятки. Так, это еще не конец. А ну-ка. Да, один черный ящик. А в нем уже... Нет черных ящиков. Ладно, хотя бы этот розыгрыш. На тебе, свободка. Тьфу ты. Ладно, все равно повезло, ребят, скажите. Погнали дальше. На следующем аккаунте я тоже получил 750 золота. Мне нужно очень много сливать. Так, ладненько. Черный ящик за 100 золота.
как бы неплохо. Два собери их все, точнее. Неплохо. Кастомизация. Так, еще два собери все, сойдет, ребятки. Я очень рад всем событиям, которые происходят в игре, друзья, потому что я собираю на Новый год свободки. И вы можете себе представить, что за чумовой будет стрим Чанский на Новый год, который позволит нам просто лютейше сливать свободку и просто показывать это всем. Я думаю, что мы до 1000 зрителей наберем уже к тому моменту на стримах. Короче, ребят, это будет просто что-то невероятное, поэтому, пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, ух ты, огромный сюрприз. Подписываемся и ожидаем того момента, когда я буду вас лютейше удивлять. Хотя я стараюсь удивлять в каждом видосике, ребят. Даже тут просто падает одно самое лучшее. Так, СТРФК нормально? А ну-ка, погнали! Танк выпал. Да, все, супер вообще. Так, ну а тут Ацентайл. Ну я же говорю, это баланс вселенной, стопудово. Хорошо, друзья, мы его продавать не станем, дабы ваши глазки не слезились и сердце не обливалось кровью, как некоторые говорили в комментариях. Да, интересное такое выражение, я такой, ну короче, как есть. Ну что, друзья, погнали на следующий аккаунт. Сейчас покажем, кто здесь фартовый челик. На самом деле я не фартовый челик, друзья. На самом деле просто я знаю один секрет, который я говорю почти в каждом видео. Но не все слушают и не все понимают, каково это. Ребят, в первую очередь нужно верить. Во вторую очередь, друзья, нужно правильно действовать. То есть вера без дел мертва. Так что... Да, ФЦМ-50Т выиграл, ребята! Да ладно! Красота-то какая! Вот это я понимаю. Так, ну его мы оставим, скорее всего, да? Мистик. 500 золотишко и черный ящик первого уровня. К сожалению, не окупился. Так, ладно, едем дальше. Ага, собери все две штучки. Не, ну с него, как вы уже узнали, может выпадать имбы. Так, ладно. Прикольно. Честно, прикольно то, что у нас все так вот, как есть. Так, ух ты, три собери все, мамочки мои, за бесценку. Вот это я понимаю. Лепота. Так, танчик выбьем. Ну ладно, хотя бы 1000 золота. Да, 1000 золота выбили. Что позволит нам еще крутить? Розыгрыш, да, огромный сюрприз. Обалдеть просто, ребят, что это такое? И мистический контейнер. Так, 500 тысяч свободки. Ага, размечтался. Не, ну один раз выбил уже хорошо. Так, а МХ-1357, ребят, скажите, часто падает. Вот мне он, вот сам танк именно падает. Вот даже не голда, а вот сам танк очень часто падает. Ну классно, чё, два танчика залутали, ребят, танка не было в ангаре. Ладно, погнали на следующий аккаунт, что ли? Это просто класс, ФЦМ-50Т. Так, здесь у нас, друзья, будет что-то невероятное. Так. На самом деле, я желаю вам... Короче, ребят, мы сейчас посмотрим, что выбьем под самый конец. Кто его знает? А вдруг сейчас 20 бомбических забабахаю? Я люблю делать сюрпризы, но никто этого не знает точно. Поэтому смотрим до конца, дабы знать, какой танк я загадал. Прикольно как бы. Ну, как бы прикольно, да? Ну, ладненько. Так, мистики, хорошо. Ну что, откроем кучку контейнеров. Погнали, на тебе! Ага, на тебе. Танчик. Хорошо, танчик хочу. Что-то вообще откручивает, ребят, по полной программе. Да, Браун Панцер, он станет коллекционным в следующем удалении, обалдеть. Вот это фартануло под самый конец. Ай-яй-яй-яй-яй, жестко, друзья. Это просто жестко. Фух, вот это я понимаю, что могу сказать. Так, ладненько. Все очень даже круто. Ладно, друзья, давайте загадаю танчик, пока вы смотрите открытие. Что нам, сертификат выпал, имба. Так, ладно, давайте сначала увидим, что выпадет в сертификате. Так, ладненько. Нормально так черные ящики падают, мамочки мои. Ну же. Фух. Сертификат, на тебе. Каразер Пикачу, да ладно, обалдеть. Все, загадываю танчик. Это танк 8 уровня, этот прем-танк тяжелого типа. У него 300 с плюсом средний урон, и у него есть даже легендарный камуфляж с флагом в три цвета. Все, ребят, я думаю, максимум я вам дал отгадок, всяких намеков. Так что пишите, пожалуйста, комментарии, как вы думаете, что это за танк. А я вам желаю счастья, здоровья и надеюсь, у вас будет все сегодня и завтра и всегда хорошо. Пакеты, друзья, и лучших вам выпадений. Кара 45-й мой. Ура!